Вот и наступает новый день, а вместе с ним и новая рыболовная история. Какая эта история будет, покажет только время. Я встал на этом, на клевой точке на своей, но конкурент остался с ночевкой, он пока еще в другом месте. Придет или нет, я не хочу узнавать, расстраиваться лишний раз. А если он сюда придет, пускай лучше будет большой скандал. Потому что вставать мне негде, там тоже все занято. Сегодня вообще людей очень много. А вообще я очень притомился. Дело дошло до того, что я вчера взял хлебушка, а сил подготовить и эту насадку у меня просто не было. Я поел икры и отрубился просто в беспамятстве. Встал как чумной, поэтому насадка у меня такая вчерашняя, позавчерашняя. Но состояние у нее хорошее, поэтому я думаю, что должна клевать. Хотелось бы, чтобы клевала. Кстати, вчера у меня кончились батарейки, пленки, ну все закончилось, но тем не менее я еще остался, ну сколько, часок, наверное, посидел. По-моему, одного или двух еще головлей, ну таких средненьких выцепил. А сосед мой тоже там дуплился, будь здоров. Я просто это говорю к тому, что, похоже, вчера была так называемая вспышка. Потому что у меня поклевка, ну, я не знаю, 10 секунд там поклевка. Или там поклевка, а там через 20 секунд у меня поклевка. Ну, было интересно. Такая рыбалка захватывает. Вообще она, как правило, продолжается там пару дней. Ну, посмотрим, что будет у нас сегодня. Пока все молчит. Все, начали они меня жарить. Гардекс использую. Потому и не кусают. Вот она, первая поклевочка. Все на месте. Только рыбы нет. Ладно. Не расстраиваемся. Забрасываем. Совсем не туда она полетела.
Я прошу тебя, еще удар. Ну, пускай будет там, я не против. Хотя бы одна. И тишина. Так, это ничего не заработало. Спасибо. Так, ну вот. Клюв начался с детей. С небольших детей. Оп-оп-оп, тихо. Так, ну что, дружок, пойдем, я тебя отпущу, чтоб ты подрастал. Так, ну сильно не зашибись у меня. Так, пойдемте, отпустим его. Фух, красавцы. Подарил поклевочку мне, а я тебе жизнь. Так, давай, дружок, подрастай и приходи на следующий год. Давай. Все. Ты там сильно не зашибся у меня, так что все, должен оклематься уже. Давай. Опа. Торпедка пошла. Размочились, это нормально. Перезабрасываем. Можно, кстати, тут тоже перезабросить. Что-то там вроде как поклевки же были. Поэтому лучше сейчас сверачка подсадим. Ой. Ладно, понеслась. Надо в воду прыгать было. Вообще тут какие-то акробатические пируэты делаешь. А у меня сошел, блядь. Ну вот, что-то более-менее уже приличное. На грани, но приличное.
Этот идет в копилочку. Фу, ну конечно, тут одно на одно я забросил ее, перебросил точнее. Пришлось тут изгаляться как. Ну ничего, отточенное мастерство рыболова и все. Улов со мной. Поклевочка неплохая. Сейчас покажу. Обычные головли у меня не клюют. Так вот, вот такой вот головлик. Тоже на грани, но у него леска. Оп, во рту. О, какая, я даже не знаю, это 0,8, наверное, 0,9. Но что-то там, наверное, он... Не, ничего я там не вижу. Но леску он проглотил. Все, идет в копилочку. Максимально сосредоточиться нужно. Прийти в ритм и на выдохе сделать этот заброс. Где-то там же получилось. Лёх, уже пора домой ехать, наверное. Домой пора ехать, дружище, спасибо, поймал. Иди по камышу сюда, вот к берегу, иду. Не, я боюсь, потому что с высоты я здесь. Да, ну смотри.
стекло, а сам считай. Ну там какой-то зацеп. Не-не-не, там нету. Блин, а? Что же делать? Ой, вот он, голавлик. Отчаянно сопротивлялся. Борьба была не на жизнь, а на смерть. Там еще зацеп какой-то. Я по зацепу собрал всех рыболовов. Но тем не менее, мастерство, это мастерство. Все, он не сошел, смог я его вытащить. Красавца этого. Все, перезабрасываем. Хорошо, хорошо сопротивляется. Надо куда другим будет. Душу радует сегодняшний день. Это да. Вот он какой. Красавец клюнул. Фу, начал заводить этот вправо. Они что-то начали сегодня то так гулять. Ну ничего, красавец. Поклевка хорошая была. Вытащил. Да, молодец. Так и прям торпедка. Продолговатый. Ладно, перебрасываем. Как я такую мог нарезать крупную, непонятно. Видимо, когда я ее резал, я был голодный. Ничего, сейчас подсадим. Все будет хорошо.
тут удачников забросить. Я от себя такого не ожидал, прям четко пошла. Не, с этой точно не пересечется. Да, ништяк. Я готов. Неужто сбило? Две минутки прошло, и что-то пах, удар какой-то был. Ладно, подождем. Подождем. Отдают, конечно, они бешеные. Да. На большие корки ловятся такие вот большие мамки. Да, пузатый. Я даже представить не могу, сколько тут икры. Вообще красавец. Опять широкий, в ладонь. Не знаю, будет видно, но в ладонь просто он широкий. Спина просто шайтан. Ладно, перезабрасываем. Еще тычок, еще один тычок, и я буду тебя подсекать.
он сидит, все-таки его подсеку. Ну, ничего. Все на месте, крючок на месте, все. Не подсеклась. Ну и так как-то беленько клевала. Крючок острый. Ладно, перебросим. Насадка есть, поэтому проблем никакой. Так, ребят, давайте-ка я вас подвину в стороночку, а то я вас туда утяну, в пучину. Вроде бы и неплохо пошло, но что-то мне не нравится. Как-то. Иду на помощь, спасать автомобиль. Как-то удурили застрять, понятия не имею. Да причем плотно. Хорошо сидим, я смотрю. Могу даже больше сказать, глубоко. Ох ты, ох ты, ох ты, как тут все серьезно. Че, куда дергаем? Вперед, назад? Вперед? Да нет. Сейчас. Спасение прошло успешно, без заморочек. Опа. Все, идем на свои клевые места. Надеюсь, рыба клевала, сидит и ждет меня. Не, ну как тут могу? Была машина застрять, ладно. Так, а у меня, оказывается, тут поклевочка была. Все без меня вытащили, в корзиночку положили. Вообще шикарно. Так, ладно, забрасываем вот это вот, клюнуло, все четко. Наверное, я сейчас эту тоже переброшу, потому что как-то изначально она плохо легла, не по месту, я считаю. Но она и молчит. Ладно, меньше трескотни, больше действий. Так, а у меня тут эпическая ситуация произошла. Снять, естественно, не удалось. О-хо-хо-хо-хо. Это жалко, конечно. В общем, доставал весь сегодняшний пойманный улов и... Та-дам! Садок на дне разошелся. Не выдержали клипсы. И все. Вот она, дырень. Но ее, скорее всего, не будет видно. В общем, спас я. Нет ничего. Какие-то они шустрые оказались. Раз-раз. Я даже в воду нырнул, но нет. Не успел я никого за хвост ухватить. Ничего, это нормально. Я говорю, единственное, жалко, что это не получилось все снять. Это вообще, конечно, это по-нашему. Не, ну он изначально как-то не вызывал у меня особого доверия, этот садок.
Но вот и произошло. Ну ничего, нормально. Главное, рыба вся, которая была поймана сегодня, записалась. Все вы ее видели. Ладно, но тем не менее, жарюха есть, это нормально. И клевать перестала. Вот уже, наверное, больше часа ни одной поклевки. Вот так вот. Но тем не менее, день сегодня был зачетный. Поклевки радовали. Рыбы тоже своим сопротивлением, своей борьбой. Думал, поклевка нет.